Всем привет, ребята. Да, вы скажете, у меня уже сегодня было достаточно видео. Но я хочу снимать видео, ведь это весело. Кто не любит снимать видео, мне наплевать. Я люблю. Потому что люблю своих подписчиков. Не дано вообще поиграть сегодня, вот что это. Ладно, не будем. Что это? Вот вы скажете, это детская игра. Ну да, мне она нравится, и что? Вот мои даже... Знаете, кому нравится? Моей массажистке. Да, ей знаете сколько лет? Вы не поймете. Ей 50. Ну не, чуть-чуть. 45. И я в шоке, как она еще может играть в эту игру. Вот и мне она лично нравится. Там рыбок надо покупать, еще разные фигни. Еще разные там штуки, господи. Ой, чуть. Что такое? А что это? А, это... О, он показывает то, что могу вот это... А, он, они есть, хотят. Господи, я не понял это сразу. Вот спрятались, конетки какие-то. Да. Как они задолбали уже что-то говорить. Приказывают, что там делать. И приказывают. Это надоело уже. Я шучу, мне этого не так не хватит. Я сам этого знаю. Ой, как мне это все-таки игра нравится. Не плевать, реально, то, что вы напишите. Ты чё, малявка, чё ли? Я все равно продолжу эту игру играть. Потому что в ней еще разные приколюхи есть и все то, что мне нравится. Так что я не собираюсь ее удалять. Реально плевать, что вы напишите мне. Дитё мелкое, бла-бла-бла, все дела. Я в этом уверен, что так напишите. Если... Я специально это делаю, я показываю, что эти ходы, которые мне... Я слепой. Мне надо пенсию уже давать. Я так думаю. Давайте пенсию мне. Я уже старый, потому что я плохо вижу все. Да. Где моя пенсия? Шучу, еще некуда пенсии. Еще-то. 10 лет! Ой, как это все-таки задолбало. Ну или посмотрите там ролик с Гизмо, как он добавляет своих подписчиков там еще. И я написал то, что там у меня есть.
Вот. Так что всем пока и